but I always come around. I caught a rainbow trout when I was 12. Сделать как бы вот эти переходики аккуратно, вот эти вот домики сделать тоже с двух сторон их срезать, потому что они трухлявые. А так тут на самом деле основная часть, ну, довольно-таки жесткая. То есть вот сейчас последний сантиметр, она прям, ну, то есть приходится в натяжке сейчас это все варить, потому что она прям по этим, по диагоналям, сейчас мы еще раз померим, но там, короче, разброс 2 миллиметра, это, ну, высоту болтов, как бы на погрешность, это нормально. А так, как бы, сейчас я его и провалю, здесь сразу нормально. И сюда эту вставку сделаю, как мы с тобой говорили. Короче, не все так плохо, как мы предполагали, да? Ну вот это, в принципе, надо сделать, обязательно, сам понимаешь, потому что здесь, видишь, вот все как порвало. Причем, да, я думаю, это, скорее всего, даже не от последнего. Да, да, это 100% рвало еще до аварии. Так тут можно как раз все живое завязаться. Все живое завязаться. Сюда приходит, получается, каркас, да? Ну, вот он приходит, и, во-первых, как бы она сама достаточно жесткая, тут много наслоения, то есть, как бы, можно не на каркас даже завязаться. Прямо сюда, да? Прямо сюда. Это даже, может, лучше немножко будет, в плане, может, там безопасности какой-то. Демпфер все равно будет, а так она как бы, она будет прям нормально. Здесь вот скрыть, понимаешь, да, это вот так вот. Туда пластину ставишь, сюда пластину, и здесь поставишь. Ну да. Блин, круто, чё? А вот задаете вопрос, пацаны, не зачастил ли ты с рыбалкой? Да нет, работать тоже успеваем, вот такая вот обстановочка, кресту восстанавливаем, с мамой все хорошо, ждем операцию, поэтому пишите, интересуйтесь, я всем отвечу, все хорошо, еще раз всем спасибо, кто переживает, контролируем.